Сегодня анапские школьники сдавали первые экзамены основного этапа по географии и информатике. Работал один пункт проведения экзаменов. Из 66 зарегистрированных на тестирование явились 50 человек. Как заверили в управлении образования, экзамены прошли без происшествий и нарушений. Завтра девятиклассники будут сдавать единый экзамен по русскому языку, а 31 мая одиннадцатиклассники покажут свои знания в математике. Последний экзамен для анапских школьников состоится 1 июня.